среду, 13 мая, в Самарской области ожидается пасмурная и облачная с прояснениями погода. Местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 17, плюс 18 градусов, ночью 9-10, выше 0. В Сызрани облачно, днем плюс 18 градусов, ночью плюс 9, ветер восточный, скорость 2 метра в секунду. В Тольятти пасмурное небо, днем плюс 18, ночью 10 градусов выше 0, восточный ветер 2 метра в секунду. В Самаре облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Дневная температура 17 градусов, тепла ночью плюс 9. Ветер восточного направления 3 метра в секунду, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 48%, геомагнитное поле возмущенное. Прогноз погоды предоставлен независимым городским сайтом samara24.ru.